Держал приговор смерти? Погоди, всем привет, и мы играем Into Falls Alex. PlayStation 4, давай, рули, давай, ну. Давай. Drive Club, Project Cars, The Crew, Battlefield Hardline, The Evil Within, Aliens, Isolation, Mad Max, Rise Tomb Raider, The Order 1686. Касать стоит. Так, на чем остановился-то? The Crew. А, не, я это уже сказал сейчас. Ну, The Crew, ну, поставил. Нет, я дальше там продолжил. Сейчас. Нет, ты не слушал дальше. Че еще на PS4-то? Это, эксклюзив этот. Я и сказал. Его. Ты доебал откручивать. А, Сома! Сома у меня есть. А? Кома. Который купил за 8 рублей. Блин, ополчение, мы хорошие. Плохо. А? На Донбасс! Это хорошо, что мы ополчение. Или нет? Не, мы ополчение. Мы хорошие. Какой смысл приговор? Серёг, ты приговорён. Это как? А это, ну, такой временный режим. За что? Беги, Серёг, ты должен выжить. Ты уже сдох. Готовьтесь к новым целям. Понял? Да, я понял. Ты должен жить. Я назначил вам цели. Я уже не приговорён. Союзник мишень погиб. Как тебе не повезло-то, а? Где приговорён? Следующую цель. Блин, я приговорен. Защити нашу цель и устрани вражескую. Устрани вражескую. Тут раз придется. Как там найдешь? У нас там просто разнимался. Да. Блин, я убил. Это-то что? А? Вообще. А вчера первый, там же... Да пофиг. Блин. Это самое говно. Убей приговоренного врага и защити нашего. Ох, блин. Пулемет или... Хар поставь. Это? Сейчас у меня не то. Думаю, странная пушка. Да что ж ты? А то у нас уже все. Враг мишень убит. Да, бегаем с первым. Я сделал это, я его догнал. Где нас приговорен? Собирайте новые цели. Цели назначены. Вот такой вон цель. Здание. Чего? Другие здания. Вы следующий цель. Титан, оставь и иди. Опять Андрей. О, Титане, блин! Там плохое. Один хп, ебанулся. Помнишь ту песенку? Как ты выглядишь? Следуются новые цели. Сейчас 0 хп. Защити нашу цель и убей вражескую. Включай режим охраны. Титан, с ним беги. Кого стрелять? Не вижу никого. Вот. Кто это? Не звон? Кто это? Там же обозначено. Я Титан потерял. После... Вражеский. Убили нашего приговоренного. Титан атакует силу сотрудника.
Эй! Ну смотри, а? Именно за мной! Где что ты? Блин, бейте того. Посмотрите на меня. О, он, блин, быстрее, кто? Серёг, ты играешь? Серёг, да. А что так медленно бегаешь? Он вообще не знает, куда бежит. Я тут вообще ничего не знаю. Сам плохой. На картах всё. Ищу следующую цель. Я следующая цель, спасибо. Защити нашу. Я убежал. Да что? Готовьтесь к новым целям. Цели назначены. Ищу следующую цель. Почему? Давай, прикладывай. Нахуй, ебашь хоть как, по мне. Я что-то в багах. Смерть врага на твоем щите. Руби! Серег! Он прям на него выбежит. Отслеживаю новую цель. Саня, если что, я снимаю. Это просто мишень. Ставьте там под собой. Ай, блядь! Чёрт, Серёг не везет. Он только что становится целью и его убивают. Видели? Плохо сделал. Ходите. Защити нашу цель и убей вражескую. Передаю управление пилоту. Сзади. Чё за? Эй. Фигурасе, он не отбей. Это дай запрыгнуть. Супер, рядом со мной враг, я Внимание, Эй, тихо, я! Молодой. Родел, там помогите. Он не выпустил. Не про него, про врага, как он от меня. Меня тоже убивали. Да. Ну как он так вышел, все вышел. А там не слышит. Видно, но выдвигается, ну знаешь, у него очень хорошо. Я только вошел уже. Давай ебашь его, вот. Не бойся, прям его. Где он? Вот, ебашь. Физическое повреждение. Уходите из-под огня. Прям маг повышенный. Ядро урона отключено. Внимание, повышен защитный урон. Мать там. А, ты же цель, вот что на тебя хочется. Отслеживаю новую цель. Убей приговоренного врага и защити нашего. Пилот, взгляд будет готов через 2 минуты. Я тоже первый раз вижу. Ищу следующую цель. Ну игра крутая. Прям, нет, налево. Да.
Всем называю, чё? Я выслала десантный корабль. Потратите. Кой, впадай с топка. Корабль долго ждать не может. Кидаем гранату. Пилотов больше убил. А, это не имеет значения. А, пилотов? Да. Да блин, я привык убивать. Непривычный режим игры. Да, непривычный. Надо прыгать, летать, хуйню мать. Да что это такое? Хуй вот на кереша. Ты его все забыл? Феникс, что такое? Восстановление из пепла. Что вам сказать про эту игру? Прикольно. Охренительно. На PlayStation 4. Чё для Титана? Куплю! Охуенно. Сань, слышал? Ладно, на этом всем спасибо, всем пока.